И вновь доброго времени суток. Я продолжаю записывать игры. Пусть и в режиме стрима. Типа. Сделай вид, что у меня нормальная трансляция. Вот. На очереди метро. Это не пропускается никак, я пробовала. Типа я это видела миллион раз и... Вижу, значит, миллион первый. Тут по какой-то причине нет озвучки в лицензионной версии. Вот этим лицензионной версии некоторые плохи. Типа, да, есть ачивки, но нет озвучки. Это очень грустно, печально, и в настройках никак это не справляется. Звук. Не то. Игра. Вот. А, так вот это как исправляется, господи. В прошлый раз этого пункта не было, что-то проглючило. Настройки, игра, звук. Ага. Я помню, чем я все закончила. Слушай, можно мне переначать главу, а? Я не вполне представляю, что здесь сейчас делать. Наконец-таки на управление. На Е. Ах ты говно. Он не заметил. Потому что раз такого не было. Мы идем гулять. Что? Да кто убит-то, господи? Акстись. Короче, давай-ка мы с тобой в главное меню. Да. Главу сначала. Короче, я все еще пацифиста прохожу. Очень мило. Не-не-не-не-не-не-не-не. Как-то только не взорвалась. Взрывчатка. Даже лагать меньше стало. На трансляции. Потому что у меня лично ничего не лагает. Все. При мне с глушаками. О, мило как.
Да, это очень мило. Так, хорошо. Есть смысл что-либо менять? Нет смысла. Смысла. Ой, давно я в метро не играла. Ой, давно. Вторую часть так и не допрошла. Так, есть еще что? Колись. Медикаменты? Ай, извините. Аллергия она ждать не любит. Я помню это место. Пам-пам-пам. А я не тороплю. Ты можешь тупить столько, сколько тебе влезет. Так, пошли за ним. За базаном. Пок. С спокойной ночи. Жалко, трупы нельзя оттаскивать. Это бы мне сильно помогло. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Крыс освободили мы из шкафчика. Ля-ля-ля. Коля ушел. У Коли отгул. Да. Коля, твою мать, в отгуле. Да не прикрывай, пускай его увольняют, господи. Нет, что. Добрая девочка, да? Какая я добрая. Чё? Книга полетела. Нельзя кидаться книгами. Есть тут что? Нет тут ничего. Да нет тут ничего, господи. Что мешает нашему персонажу? Просто зарядиться. Просто взять нож и отковырять замок, к примеру. Вот, что я хотела сказать. Нам же ничего не мешает просто всковырнуть замок. Вас повырубаю всех и пойдут домой. Опс. Логично. So cute. Ничего, тебе показалось. Это просто твои глюки. Ты не тех грибов поел.
А, понятно, почему она сигнализировала, типа, меня видно. Типа, звуки издавали. Прям над ними лампочку бить не самая лучшая мысль. Понк. Никого, никого. Надеюсь, ты лампочку не включишь? Опс. Ты так думаешь? Никого и ничего. Тебе глючится, мужик. Just relax. Вам кажется. Я пришла фонари бить. Представляешь? Давай. Да, неохота. Неохота, как... Пам. Да. И прощай. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Темновато. Где тут выход-то был? А, вот он. Ну, тут хотя бы никого из тех, кого я вырубила, крысы не сожрут. Что меня радует. А это там я был. Нет, я просто пришла и всех разложила в первой части. Да, точно о нашем Артемке. Ей, Артемка знаменитость! Две армии разложил. Хочу всех убить, хочу всех убить. Тот самый случай, когда хочется. Но далеко ползти до кнопки. Пока!
Заодно обойдем все. Слушай, пистоль с глушилой. А прицел не тот. Что будет, если я поменяю? Это может быть лучше? Ну вот. Мне не особо нравится. Этот еще и с прикладом. Это я улучшала сама. Так, ну на ключ. Ключа ниту. И-то плохо. Ну что, идем дальше? Раз они такие злобы, что даже ключа мне не оставили. От Зейва. Опс. Ривидерчи. Бэйби. Ключик. Сейфик. Краткая цепочка ассоциаций. Почему нельзя было положить ключ прямо рядом с сейфом? Что за жестокость? Жестокосердные люди. Взяли, уныкали от меня на какой-то столик ключ. Ну что за говнюки? Что за сволочи? Взяли и не дали мне его сразу. Типа, что здесь? Я не помню. Вроде там просто тупик. Разве нет? Или типа здесь можно переждать? А, это курилка. Господи, нашли место, где курить перед дверью. Какой-то стрёмной дверью. Ведущий фиг пойми куда. Возможно, чудовище. Ты меня не слышал? Не-не-не-не-не. Ты меня не слышал. Пайонино. Пайонино это окей. Пайонино это здорово. Это хорошо. Ладно, пианино пианиной. Что это? Опс. Сейчас взорванет. Не рвануло. Поздравляю, ты везунчик. Артемка гений везухи. Дядь, а дядь, хочешь спать? Сейчас устрою. Хошь, не хошь, а устрою. Эп. Эп. Какая удобная штука ножи. Ими можно вырубать люстры без особого напрягу. Говорю, фильтров бы побольше. Так, хорошо, меня засеяло. Тут есть сохраниться самостоятельно, нет? Нет, это только в последней части. Давай перекантуемся. Посмотрим за ним издалека. Не-не, никого. Выключи фонарь! Да выключи ты, господи. Да ты задолбал, ну. Не трожь электричество, я ж специально вырубила таких, как ты. Задрал. Нашел, блин, что сделать. Свет пытаться врубить.
Теоретически это логично. Так не в мою это пользу. Так. Какова наша цель? Та дверка, да? Которая за вот этими вот придурками. То есть наша цель, образно говоря, рубануть фонарик вот этим вот придурочным. Б. Не эко, не тут. Ничего, ничего. Просто-просто ничего. Просто-напросто абсолютно ничего. Ничего, ничего, ничего. Абсолютно, абсолютно ничего. А как туда свет попадает? А, вон на люстре еще. Господи. Тихо. Ты меня не видишь. Я невидимка. Я тучка. Я вовсе не Артем. А тот, кто меня видит, тот получит прикладом в лоб. Да ёпер на маразм. Ты издеваешься? Ты издеваешься надо мной? Я не гадю жумиху поднимать. И не может быть никого, я здесь сижу. Ты что, дурак, что ли? Ты дурак. Ты что, совсем баран? Что, совсем идиот? Ну, пускай ищут. Не найдут они меня. Я-то здесь, ахаха, а они-то там, ахаха. Слушайте, в ваших же интересах перестать меня искать. Ох, как же вы задрали. Да. Ничего. Просто Артемка прибежал, свет выключил, все хорошо. Все так, как и должно быть. Ой, я случайно. Да, все нормально. Я недалеко ушла. Ты меня не видишь, меня никто не видит. Я невидимка. Меня не видел. А если слышал, то я тебя коцну. Никого, честно, никого. Честное Артемовское. Бум-бум-бум-бум. Пампа. Ой! Куда? Верни. Give it back. Верни обратно. Просто хотела облутать нашего спящего красавца, блин. Тут что-то есть. Там, подумаешь, сама вырубилась. Очень умный поступок. Да твою ж мать, зачем? Почему ты меня заметил?
За что? За что ты меня услышал? Никого. It's just your hallucinations. Просто твои галлюцинации. Мужик, успокойся. Я просто мимо шла. Если ты сейчас же не вырубишь фонарь, я тебе по этому фонарю из дробаша заряжу. Я тебе серьезно говорю. Вырубай. Дурак, что ли? Да я все это время не на котыры шла. Кто-то со светом балуется. Конкретно я. Как бы это? И что это? Не-не, ничего. Я просто свет вам вырубаю. Все хорошо. Все так, как и должно быть. Вот. Какой враг? О чем ты? Какой враг? О чем ты? Что мне делать с этими люстрами? Меня же заметят, если я просто так пойду, да? Они же меня заметят, если я при свете-то пойду. Понимаешь? Вот в чем печаль-тоска-то. В данной ситуации с носками. Слышите вы? Ящик с носками, блин. А не отряд подземников-копателей. Содрали. Я уже долго с этой миссией мучаюсь. Уже второй стрим. На прошлом дошла до этого момента, помучилась и выключила. Пум! Пам, бич! Получи, тварюка. Так, ну и что мне делать со светом? Типа, что нужно делать? Может быть, отсюда откуда-то? Да ты стебешься! Куда же мне туда стрелять-то? Мужик, доброе утро. Как твои ничего? Восьмой раз за сегодня видимся, короче. Никого. Никого. Я просто протопала мимо. Все нормально. А рожу мне мозги барить. Козел. Вообще-то вы поймали не раз уже. Точнее, не поймали, но могли. Ничего. Попробуем это отсюда стрелить. Да господи! Почему нельзя стрелять здесь?
Задолбал мужик. Конечно, я от тебя отвяжусь тоже, господи. Да никого, отстань уже. И все равно это ничем не поможет. Шевелился, не шевелился, какая разница? Представь, что это местный крыс или таракан. Я тучка, 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 я вовсе не Артём. Как приятно тучки, врагов сейчас оглушить. Так, эту можно. Если осторожно. И вон ту можно. Опять же, если очень осторожно. А теперь моя задача какова? Так. Да ладно, они вторую лампу сами выключают? Поразительно. Тянет по ногам, а ему сквозит. Все хорошо, чувак. Спокойной ночи. Спи спокойно, дружище. Ничто в этом мире не воспрепятствует твоему отдыху. Твоему тоже. Просто я заберу вас потрошки. И свалю. Мне как раз в эту зеленую дверь, если я правильно помню. Помню, мне это задание настолько выбесило. Конкретно вот эта часть. Что я аж решила перепройти и опять застопорилась на той голове. Сейчас, минуту. У меня рыли плохое предчувствие. Давай вот это рубаним. Для начала. Для начала, мы рубанем лампочку вот здесь, методом щитка. Дайте в хлеборезку, мужик. Радуйся, что я пацифиста прохожу. Что дзы-дзы-дзы? Нет никого? Чего вы взяли, что-то тут есть? Он сюда смотрит. Надо еще один щиток вырубить, чтобы он меня не видел. Это нехорошо выйдет. Такой мой фильтров теперь надо очень много, да? Слышите вы, бравые вояки, куда мне топаться? Ты меня не видишь. Где-то я здесь сохранилась. Ой. Так, глуши! Я сохранила тут.
О, тут можно было все это время идти. Вот тут по лузочечкам пройдем, ок. А что тут такое должно быть особенное? Кроме побегушек. Опс. Пока. Это же не то, что я думаю, да? А какие-нибудь другие слова знаешь? Только бы никто не нашел моих усыпленных. Спящий огнец, что ж ты делаешь со мной? Почему меня ты замечаешь, мой баран? Ты не видишь меня. Пок! На всякий случай. Оп! До свидули. Есть еще один. И нет его. Ну что ж ты ко мне жопой-то развернулся, на самом деле. Пидор, шо ли? Артемке жопой разворачивался. Нет, просто самоубийца. Последний. Тут, по-моему, человек 5 было, нет разве? Типа, я такая смелая хожу тут уже. Типа, все зачистила, всех вырубила. И вроде можно уже отчаливать. Как бы. Куда? Сонное царство. Ой! Здрасте. Я же говорю, человек 5 было. Этот 5-м будешь. А этот 5-й будет. Фильтр при коммуниздиле. Походу, нам они очень понадобятся, да?
Может, даже вырубать никого не надо было? Тап. Есть, пока что ни одной из замески нет. Не пропустила. Ну ничего, сейчас я соображу, куда мне топаться. Вам точно не сдобровать. Туда? Ты серьезно? А мне как туда попасть? Извини меня. Наверное, так. Да нет. Так, ну и как мне туда попасть? Вовнутрь. Я ж там вроде никаких этих самых дверей не видела. Сними. Просила фонарь включить. Господи. Дали топографическому кретину задание. Чтоб вас... Что такое, а? О, фильтры. С ножиком. И даже цельный. Охренительный лом. Так, ну и что мне в этой люльке делать? Типа должно быть куда-то туда забраться надо было, да? Ну да. А логично, что наш персонаж не обладает двойным прыжком. Как бы мне туда забраться-то? Игра, колись, что ты от меня скрываешь? Какую-то дверь? Ай, не ты, это дверь! О, дырка. Дырка в сетке. Отлично. Вовремя ты. Они мою записку сперли. Субтитр, что ли, убрала? Игра. Как-то странно, субтитры работают. Ой, из-за проблем. Ой, сколько всех. Ничего.
Да ты задрал. Да. А ты не лезь никуда после этого. Отлично. Вот. Ты иди простывай, а я дальше пойду. Пацан. А вот теперь можно и это. Коцнуть паренька. Что ж вы так Мишку-то изуродовали? Что ж вы с Мишкой-то наделали, ироды? Ничего? А, верни меня обратно. Нет, я хотела послушать аккордеон. Да. Кто эти двери открыл? Ясно, они. Так понимаю, что в этой части лучше вообще никого не трогать. Идешь себе и иди. Жди, пока все пройдут. Будете разговаривать о чем-нибудь? Да не похоже. Чтобы вы особо болтунами были. Пришли так галантно, мне дверь открыли. Очень мило.
Ой, доброе утро. Извините, я не хотела беспокоить. А может, отойдешь, мужик? Конечно, понимаю, темнота друг молодежи, но ты как бы не слишком молод. Уже это. Давай, развернись. Покажи тыл врагу. И получи от него в рожу. Все. Все, что от тебя требовалось, разве сложно? Повернуться и вырубиться. Все, что от тебя требовалось в этой игре. О, господи, опять пауки, бляха. Опять эти сволочи. Там-то куда? А как раз сюда и надо. Ну и те же пассатижи, а? Доходилось, называется. Опять пауки грёбаные. Не успела из человеческой зоны вылезти, уже и ползу в паучью. Там темнота, твой друг, здесь свет. Ну, охренительно. Солдат-невидимка. Что это значит? Ой, иди. Пройти уровень революции, никого не убив и не подняв тревоги. Мне все-таки это получилось. Ах, так вот для чего я так пашу старательно. Вот оно что. Следи за компасом, дорогуша. Следи. Ой, доброе утро. Ты чё? Ты чё? Свои несцы. Ты знаешь, через что я прошла, чтобы это выполнить? Ага. Дневник. Ой, все заметки в революции нашла. Так круто. Да? О-о-о. Да. Ага. Цельный поезд. Машинка. Да. Тут его надо управлять?
Ты едешь? Наверное, нет, да? Да. Хорошо бы. О-о. Так, мы на экскурсии, все. Кому что надо, отвалите. Ребят, я на экскурсии, отстаньте. А мне куда теперь? К паукам? Извини меня. А-а. А это проблемки. А это первая проблема. Нам сюда, да? Да иди же, пассатижа. Вот, это уже лучше. Ага, значит, нам туда. Естественно, в обход. Обход есть через что осуществлять? Конечно, через самую дальнюю жопу. Слышь ты, говно! Что ты тут забыл? Прям с потолка слез, ты представляешь? Да, они, в принципе, сами изжариваются, их особо нет надобности. Трогать. Бежит, говно. Такое. Подходите, не стесняйтесь. Я с вами побеседую столько, сколько мне необходимо. Да, вы либо совсем дураки, либо прикалываетесь. Сами на мой фонарь выходят. Ты подумай об этом. Да, тут фокус с темнотой точно не сработает. Слышь ты! А ну-ка, мле. Ну иди, иди.
Изжарился, что ли, сам? Да, это было бы неплохо. Конечно, как же можно-то просто что-нибудь сделать? Через жопу пройти. Через такую жопу, что ни в сказке сказать, ни словами описать. Туда. Пробегаем. Включай! Все. Ты издеваешься? Я там только что была. Павуки! Ты издеваешься? Дурак, что ли? Совсем. Клюпи, что ли? Давай я тебя добью-то хоть, ну. Ой, два дурака. Черепаха. И что это должно значить? Заставить 10 пауков перевернуться на спину. Весело. Умри! Говна кусок. Все. Сдох. И слава богу. О, тут везде такие светильнички есть удобные. Чего же я этого не замечала-то раньше? Да, работоспособности пауков можно только позавидовать. Столько паутины наплести, при том, что их каждые 2 недели жгут. Это ж просто... Абзац. Хорошо, что тут зажигалку не надо дозаправлять. Вот, хорошо. Газ? Мать. Говно, поехали быстрее. Поехали, поехали, поехали скорей.
Бля, мне пиздец. Едем! Бляха, плохо. Очень плохо. Говняна просто. Крайне плохо. Бля. Иначе не скажешь. Умрите, гады! Суки! Одного не убьешь, блин! Толпа набежит. Бежим. Едем, сказала. Едем. Вот говно. Что произошло, собственно говоря? Что произошло здесь? Куда мне надо? Конечно, извиняюсь. Что мне здесь надо делать? Говно-то. Что-то где-то здесь, да? Нам надо, так понимаю, откатиться назад. Поехали.
Оу. Это было больно. Это да. Это логично. Ну что, хорошо покатались, да, Артёмка? Ой, охренительно покатались. Слов просто нет. Так, дайте карту. Куда мне, блин, теперь идти? О! Залезть можно обратно. Обалдеть. Машины звери, блин. После такой веселухи умудрилась не сломаться. Что? Что? Всего лишь я. Да я просто мимо еду. Да я не собираюсь. Да. Ну, а что делать? Бандиты? А.
Да. То есть гипотетически мы можем его еще вытащить, да? Наверное. Слушайте, можно я обратно в машинку сяду? Типа это нормально будет? Фильтр есть? Стоп. Я могу вообще, то есть, никуда не выходить, да? Фильтры, фильтры, фильтры. А это что? Снайперский? О, класс. А, фильтры. 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 Новый противогаз. Пожалуйста.
Нет, я вернулась. Внезапный перерыв. Был. Хотя никто и не заметил. Действительно, кого замечать? Замечать-то и некому. Задрал. Тёть, тёть, всё в порядке? Давай, загружай. Пошли тетку спасать. Я их с мушкета расстреляю. Иди в зопу. Тёть, ты в порядке? Нету их. А это что за голова? Бандиты. Пока. Прощайся жизни в раз. А тут вроде больше никого. А пока не буду торопиться свет вырубать. Ребят, тут у вас тёчка есть. Запуганная. Забитая. Ублюдки всякие тут ходят. Тёть. Ну, тёть. Тебе всё нормально. Хочешь, добей их. Ну, тёть. Тёть. Напугалась, да? Ну, ясно, понятно всё. Она дальше не идёт, всё.
Пойдем. Тады. Пока без машинки, а там уже пойдем посмотрим. Стоп, я же хотела до этих чуваков добежать, чтобы сказать, что у них тут тетка в шоке. Пазаны! Свое забирайте. Я ей поджарил. Не сочетается. Эх, ребята. Тёть, пойдёшь к своим? Что за дуреха? Тебе говорят, к своим-то иди, господи. Там караван твой. Этот, несчастный. Ничего. Продолжаем.
Поздняк. О. Иди в зубу. Там же, где сейчас окажешься ты. Нет, тебе поглючилось. Чего? Спустись! То. Да, и где?
Понятно. Так не работает. Кто? Эти? Давай-ка я за своей телегой поеду. Тетя, ты еще не ушла? Да я ж бесшумненько хожу. Так, лагерь. Ага. Регина не найдена. Да тебя скорее заметит болтун. Нельзя разворачиваться, нельзя разворачиваться, нельзя разворачиваться, нельзя разворачиваться. Спи! Оп! Какая я наглая. Себе не представляешь. Да ничего.
Здрасте. Пипец, я наглая, конечно, после Дисхонорда. А что? 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 Просто этих гадов ненавижу. В сортиганах ничего, в сортиганах ничего. Надо сразу сначала всех там вырубить. Тут безопасная сторона. Тебе нормально, да? Вроде больше негде залезать, да? Поднять спящего и оглушить его. Идеально. У них тут, блин, целый взвод спит. Так, сейчас обойду, нормально будет. Они ж как-то обходят. А, блин! Ты издеваешься? Ладно, это не сегодня. В общем-то, хорошее времяпровождение. Я уже на сегодня достаточно поиграла вроде. Так что...